До 2020 года я работал в Беларуси адвокатом по экономическим делам. У меня было все хорошо. Доход, семья, двое детей, хобби, горные лыжи. В августе 2020-го к нашему адвокатскому кабинету выстроилась очередь из десятков людей, пострадавших от насилия в тюрьмах. В тюрьму они попали за то, что вышли на улицы, думая, что мирный протест может победить диктатуру. Мы отправляли заявление о нарушении прав человека всюду, начиная от Белорусского следственного комитета и заканчивая комитетом ООН. После этого я узнал, что мне угрожает арест, и был вынужден вместе с семьей уехать из Беларуси. Как добиваться справедливости в своей стране, находясь за границей? Для этого существует принцип универсальной юрисдикции. Есть преступления, за которые преступника можно призвать к ответу, где бы он ни находился. Например, пытки. Точное число людей, переживших пытки в белорусских тюрьмах, неизвестно. Мы расскажем о трех из них. Так, чекаем. Догоняй. Але есть пенькна. Это Андрей. Недобитый романтик. У меня дочке 5 лет, она очень любит рисовать, любит вырезать из бумаги. И практически в каждую дорогу она делает мне с собой талисман. Сегодня с нами едет котик. В прошлый раз ездил заяц, она отдает мне его с собой дорогу и всегда говорит, чтобы я оставил его в машине. Возможно, люди, которые найдут его, в какой-то момент улыбнутся, найдя такую милую маленькую вещь. Это Ольга. В первую очередь я человек, женщина и мама. Ну, я всегда очень любила животных, очень любила растения, ботанику, скажем так, биологию, химию. Вот. И после школы я уже поступила в медицинский университет, окончила. У меня в 2014 году родился сын, и я занималась в основном воспитанием ребенка, дачей и работой. Вот. Потом, там, через несколько лет я развелась после рождения ребенка, и у меня на самом деле как-то и времени на все не хватало. Это Kacper. Myślę, że osoba szukająca sprawiedliwości. Jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego Studium Europy Wschodniej. Nazywa się Studia Wschodnie, która jest uważana za jednostkę kształtującą szpiegów i nauczająca młodzież z państw obszaru постсоветского, которые позже возвращаются и организовали колоровую революцию. Когда началась пандемия ковида, да, ну, в начале эпидемия, и в феврале месяце уже стало понятно, что эпидемия переросла в пандемию. Я же по образованию, я же окончила медико-профилактическое дело. Все, эпидемиология — это один из профилирующих моих предметов. И я когда поняла, что Министерство здравоохранения и вообще Лукашенко, в первую очередь, который отрицал вообще наличие вирусов и высказывался там: в воздухе видите, не летают, не видите. И я тоже не вижу, ничего не летает, значит ничего нет. Но как-то более глупого отношение к данной проблеме представить вообще, в принципе, страшно, да, потому что я видела, да, и вирусы видела, и действительно, да, на предметных стеклах, под микроскопом, это все видно. У нас встает вопрос о том, если он является гарантом, то тогда кем он является в нашей стране? То, сколько людей стало выходить, стоять в очередях за подписями, то какую, без преувеличения сказать, дичь стали творить чиновники по указке, это стало таким сигналом, что люди не выдержат. Это уже превзошло все допустимые границы даже белорусского терпения. Всю белорусскую толерантность это переходит. И я понял, что это тот момент, когда надо вписываться на полную катушку. Нарушали закон. Мы просто собирали подписи за альтернативного кандидата. И за нами выслали 2 машины ГАИ с включенными мигалками нас догонять. Вот. Но мы вовремя успели скрыться, там по полям заехали, там, слава богу, хутора. Мы заехали вот просто кому-то, вот спрятали машину вот прямо на территории, вот просто постучали в двери, сказали о том, что, боже мой, пожалуйста, за нами гонятся менты. То, что спокойный, słoneczny Минск, день выборов президентских, его первую половину przespałem, ponieważ sobota na ulicy Kastrzycznickiej, tam gdzie młodzież spędza czas i jakoś odpoczywa czy bawi się, to właśnie tam była organizowana taka impreza, w sumie rave, jak się okazało. Spacerowałem po mieście i widziałem masę przed lokalami wyborczymi, kolejki ludzi stojących, żeby zagłosować. Зашла в аптеку, закупила все необходимые средства для оказания первой медицинской помощи, да, там бинты, перевязочный материал. Вот. И тут позвонил мой знакомый, говорит о том, что собирайся, давай приезжай, ну, необходима медицинская помощь. Вот. А то, что дальше пошло, это уже просто тьма кромешная какая-то. Możemy zobaczyć samochody, które przyłąbią na znak solidarności z protestującymi. Сука, в людей стрелял! Наша дорога пролегала через то место, где каратели устроили засаду. Мы просто видели, что огромная черная масса и несколько синих водометов скопились на перекрестке, и у них там какое-то роение происходит. Ну, а потом поступил приказ наступать, и, и они просто вот полетели на людей. Я очень ярко помню, но отдельные кадры, когда сначала в мою сторону подбежал один так называемый сотрудник, на удивление в форменной одежде, и направил на меня табельное. Когда до нас добежали люди в черном, разговоров не было, начали сразу же бить. Я упал на землю. И в момент, когда они меня повалили, у них, похоже, сработал какой-то волчий инстинкт. Накинулись просто всей стаей. Там же обстреливали, гранатами забрасывали. Рядом со мной граната разорвалась, и у меня было осколочное ранение ноги. Вот. Ну, кровь текла. Один из этих молодых отморозков наступил мне коленом на шею, стал кричать о том, что научит меня родину любить, о том, что, скажем, это был не утвердительный крик, а вопросительный крик. Что ты, сука, свободы захотел? Ну и запихнули в автозак, все. И началась моя поездка очень долгая в автозаке. Там было, можно было бы таке якби досядження з однієї і другої сторони. Можна було сидіти, що уєдно таке, ну, єдно таке огульне поміщення. І що одна особа сиділа на доле в коритажу, а друга їй сиділа на барках. Jakby nas tak stawiali po prostu tak ciasno. Jedna osoba siedzi tak w tym korytarzyku, druga naprzeciwko niej i na nich jeszcze i na plecach jeszcze ludzie siedzieli. No i było, no i nas też tam, nie wiem, 20 paru nas tam wepchnięto. Ja prosiłam, żeby, ну, либо согласно 45-й статье Конституции, либо мне оказали медицинскую помощь, либо передали какие-либо перевязочные материалы, либо, если у них нет, чтобы хотя бы рюкзак мне отдали, потому что все вещи забирались. Ну, естественно, никто ничего не отдал. Такие ОМОНовцы, dosyć młodzi chłopacy, tacy w moim pewnie wieku. I oni tam mówili, a dawajcie, ja tego przeka sobie wezmę, to Polaczka, tam tak jakby tak pogardliwe tam po rosyjsku takie określenia i że ja tam się z nim zabawię albo coś w tym stylu. I właśnie mnie usadził na dole i na mnie jakiegoś dużego gościa, takiego tam ze 100 kilo ważył i jeszcze były ręce skrzępowane też z tyłu kajdankami. Jeszcze była taka chwila, że było trochę rozmów, chociaż oni cały czas się nad nami tą sprawę znęcali i też tam było, że tam na Polaka to możesz nawet nasikać i tak dalej, czy coś w tym stylu. Kiedy nas zaweli w zdanie, nas postроили лицом к стене вдоль коридора. По коридору проходил неизвестный мне доселе человек. И вот, проходя мимо нас, он очень неожиданно для меня ударил меня по бедру и ударил с такой силой, будто бы хотел сломать мне ногу, то есть прям со всей силы. И от его удара, а возможно от полученного ранее сотрясения, я потерял сознание и упал в РОВД на пол. Оказались в помещении, там выстрелили мужчин с правой стороны, женщин с левой стороны. Сзади нас стояло несколько человек с автоматами, направленными на нас. Вот. И вот там я впервые увидела Евроблевского Евгения, который и его как-то коллегу-блондинку, вот, которую избивали. Мужчин они там, они вообще вот нас, ну, мужчин до смерти просто избивали. Они подходили, ну, при том, что всех мужчин на колени, получается, на колени, голова в пол и руки вот так вот назад. И этими берцами, и дубинками, и по ребрам, и под дых. А блондинка, это вот прям она вообще кайфовала, она подходила берцем и била мужчинам всем между ног. По несколько раз. Ну, так очень. Вот. Ну, мы требовали, естественно, соблюдения прав. Я сразу говорила о том, что вы нарушаете там мои конституционные права. Ну, на что Врублевский подошел, так взял за волосы, несколько раз об стену головой ударил, сказал: у тебя нет конституционных прав, сука, ты меня поняла? На сали гимнастичной уже было bardzo dużo ludzi, kilkaset osób, bym powiedział. Po drodze była właśnie taka ścieżka zdrowia, w której po prostu uderzali nas pałkami. Leżałem po prostu twarzą w podłogę, na brzuchu i tam właśnie słuchałem różnych rzeczy, takich jak właśnie to, że przyjechałem i kolorową rewolucję organizować, ile mi za to płacą. I tam byłem dodatkowo bity. I, no i tak to się kręciło, że się leżało i tam słychać było tylko te buty takie na podeszwach koło ciebie gdzieś tam maszerują i kolejnych ludzi przyprowadzają i kolejnych ludzi biją, jakieś krzyki. I tak się to ciągnęło godzinami, aż się skończyła pierwsza zmiana, później drudzy funkcjonariusze byli i oni już trochę zmienili pozycję, bo w tej pierwszej pozycji cały czas byłem brzuchem na ziemi, w drugiej byłem, opierałem się czołem i nosem o ścianę i miałem ręce ze sobą. No i oczywiście tam всех rozdzieli do gola. Вот, там несколько раз заставляли приседать. Вот, осматривали, позабирали нижнее белье. И мне эта блондинка говорит, там типа руки в замок и за голову. И я вначале так делаю руки в замок, за голову, и в этот момент, ну, получается, она пыталась схватить мои пальцы своей рукой, но промахнулась. И в этот момент я понимаю, что она мне сейчас будет ломать пальцы. А это безумно болезненно, потому что, ну, это суставы, все. И я в этот момент, я просто так руки в кулаки сжала. Вот, она начала выкручивать мне руку. Получается, я так опустилась на колени. Вот. И она мне просто начала выламывать, выкручивать сустав. И я в этот момент так повернулась. И вот я что очень хорошо запомнила, у нее были нарощенные ресницы. И для меня это был такой вот шок. Я думаю, боже мой, если ты наращиваешь ресницы, ты же, значит, хочешь нравиться мужчинам. Но ты же больная. Я говорю, ты знаешь, что ты психопатка? Это твой диагноз. И я имею полное право на это, потому что я врач. И в этот момент ее прямо как током ударила. Я не знаю, может быть, психопатию ей ставили и до этого, ну, скорее всего. Но потому что она вот, она прямо так, оп, и отпрыгнула. Wtedy przyszła trzecia zmiana jeszcze i oni byli, jeszcze nową pozycję dla nas wymyślili i wtedy z kolei na kolanach trzeba było klęczeć, czołem również do podłogi docierać, dotykać i ręce skrzępowane za sobą i trzeba było takiej pozycji wytrzymywać, a jak ktoś tam nie wytrzymywał, to dostawał dodatkowe uderzenia, więc ja akurat, mimo że miałem jakieś problemy z kolanem już wtedy, to jakoś starałem się i byłem w stanie w miarę trzymać tą fizycznie ciężką pozycję, ale wielu ludzi bardzo dużo dostawało dodatkowych właśnie, ktoś to mówił, że jest po operacji, czy jest po czymś tam, jakieś ma problemy, to w ogóle to nie miało żadnego dla nich tam znaczenia, po prostu katowali, bili ludzi, było widać, nie wiem, było słychać krzyki z korytarza dochodzące. Krew była na podłodze, zauważyłem też i jedna właśnie dziewczyna, która była obok mnie, ona się w pewnym momencie zaczęła na mnie opierać, tak już bo widziałem, że po prostu odpływa, jest, nie wiem, traci przytomność. Jakoś chyba próbowałem zwrócić uwagę na to i oni w ogóle się tym nie przejmowali. Jakoś po prostu utrzymywałem, mimo że mi sam ciężko mi było, to jeszcze ją jakoś trzymałem, tą dziewczynę. I to było właśnie już podczas tej ostatniej zmiany. I tam jeszcze przyjechał jakiś ważny funkcjonariusz i tam wszystkim krzyczał, jak wy jesteście źli, jak niszczycie nasze miasto, jak tu trzeba będzie wszystko tam odbudowywać i że tu jesteście niewdzięczni, a to prezydent jest taki dobry i właśnie zmuszał do krzyczenia, kto jest prawowitym prezydentem Białorusi i trzeba było, tak oczekiwał, że ktoś chce umówić Aleksandr Grigorowicz Łukaszenka i tak samo nawet później było pytanie, kto jest najlepszym prezydentem na świecie nawet. Нас в итоге в четырехместной камере было 36 человек. Нечем было абсолютно дышать. А там еще когда Шапетько этот меня завел, он потом открыл двери и вылил на нас ведро воды. И мы просили, говорили о том, что влага испаряется, нам нечем дышать. Просили открыть хотя бы это окошко. В итоге открылась дверь, на нас вылили еще одно ведро воды. Вот. И ночью просто в это время в коридорах кричали мужчины, которых избивали, а мы просто задыхались от того, что недостаток кислорода, у всех развилась очень такие уже терминальные стадии гипоксии, когда идет терминальный вдох, и ты получается, ты теряешь сознание, да, и потом приходишь в себя такого, вот от этого терминального вдоха, и вначале там периодичность была там раз в час, потом раз в 40 минут, потом раз в полчаса. И когда уже там с периодичностью раз в 15 минут я поняла, что все, мы сейчас просто начнем умирать по одному. Вот, я просто начала лупить в эти двери. Подошел там какой-то там дежурный. Вот, я ему начала сразу, кричать о том, что слушайте, все, и пожалуйста, передайте там начальнику своему, я Павлову, я подпишу все, что они хотят, там любые документы, дам любые данные, но выведите нас подышать. Судья приезжал прямо в тюрьму. В его глазах я видел ужас, когда меня ввели в кабинет, в котором происходило это заседание. Мне показалось, что я был первым избитым во всей этой молотилке, которого увидел этот конкретный человек. Этот судья принял решение о дополнительном рассмотрении дела. Меня тоже повели к суде. Я говорю, значит, ходатайство о прекращении пыток. Она такая, каких пыток? Я говорю, значит, нас тут, значит, бьют. Я третьи сутки, у меня загнивается нога, у меня осколочное ранение. Я третьи сутки требую, чтобы мне была оказана медицинская помощь. Элементарно хотя бы там перевязка. Мне в этом отказывают. Значит, избиение. Нас 36 человек в камере на 4. Это как минимум нарушение санпина, потому что в камере на 4 должны содержаться 4 человека. Все, то есть у нас, ни еды, ни воды за все это время. Вот, она, ой, это не ко мне, это к начальнику учреждения. Я говорю, я говорила это начальнику учреждения, и она такая, да, и что он сказал? Я говорю, нахуй послал. Она такая, не-не-не-не-не. Я говорю, я вас прошу ходатайствовать о том, чтобы это все было прекращено. Она такая, от меня Это не моя юрисдикция, от меня не зависит. Это мать Kacpera Aneta. Był taki moment, że naprawdę miałam taki atak paniki i tego, że nie wiem, co się z nim stało i że mogło się stać coś najgorszego i że w ogóle jeśli tak, to ja po prostu tego nie przeżyję. Przygotowaliśmy taki apel na Facebooka, w którym opisaliśmy sytuację. No i ja jakby tym apelem chciałam prosić ludzi opublikować to i żeby to się rozpowszechniło, żeby że szukałam, że ktoś może się znajdzie wśród czytających to, kto mógłby w jakiś sposób pomóc. No, w sumie nie wezwali mnie na sąd i po prostu mnie wypuszczono bez sądu żadnego. Jak wyszedłem, to zostałem od razu ściągnięty przez konsula i przez pracownika ambasady. No i pojechaliśmy, odwiedziono nas na lotnisko w Mińsku i do Warszawy polecieliśmy. I mnie wywodzą, да, tam, вот как была, платье и в босоножках. Все, меня выставляют за двери ИВС города Жодино, в городе Жодино, даже без справки о том, что я там находилась, и говорят, ну все, давай, пока. И это слава богу, что нас всех встречали волонтеры, которые сразу же разбирали, отвозили куда надо было. Сразу же предлагали там попить, водички, позвонить. Потому что так вот, ну, я вообще не представляю. Ты оказываешься вообще в чужом городе, без вещей, без всего на свете, и тебя просто говорят, то есть тебя там 5 дней истязали, пытали, вообще ни за что, не имея на это никаких оснований. А потом выводят и говорят, ну все, давай, пока, иди. Оп. Привет! Начинаем с этого. Привет! Здравствуйте. Давно не виделись. Это отец Ольги, Александр. Он приехал из Беларуси, привез Ольге ее кота Тимофея. Котик. Мой котик соскучился. Рыжечка. Рыжечка мой. Тимка, Тимошка. Кс-кс-кс. Ну, не бойся, не бойся. Знаю. Знаю. Ну, сейчас пойдем. Сейчас пойдем домой, помоемся, покушаем. Вот, мы приехали. 8 вечера, да. А сколько на границе стоял? Чисто на белорусской 5 часов мы простояли. Вот. И польская где-то около 3. Вот. И он смирился. Вот, да, уже когда пересекли польскую границу. Так, как раз. Сейчас, Тимошка, будем мыться. На сегодняшний день все настолько испуганы вот этими задержаниями, этими репрессиями, что, ну, если говорят, то говорят только тем, кого хорошо знают, то есть о ситуации, стараются молчать. Ну, то есть забили, весь народ забили под плинтус, чтобы... Так оно и есть. А вот есть, как бы, ну, опять же, группы, которые именно единомышленников, которые могут общаться между собой, которые, как бы, те же рельсовые партизаны, ведь это же люди, которые были против войны. В принципе, мы все против войны. Но вышли, получили, посидели. По приезду домой у нас с женой состоялся разговор. Моя жена сообщила мне новость о том, что мы ждем 3-го ребенка. Мы обсудили, что будем делать, и решили, что мне нужно уезжать, пытаться как-то зацепиться в Украине или Польше, и потом вывозить их из страны к себе. Sam prezydent Andrzej Duda dzwonił do Kacpera i razem z jednym z swoich ministrów, już nie pamiętam którym, też byłam przy tej rozmowie i po prostu no, rozmawiali z nim właśnie o tym, co tam się dzieje, jakie są nastroje społeczne. No po prostu robili z nim taki wywiad na temat tego, w ogóle tej sytuacji w Białorusi. No bardzo ciekawy, nawet prezydent napisał potem wpis na Twitterze, że właśnie taką świetną rozmowę odbył z Kacprem. No, więc właśnie cieszyłem się z tej możliwości, że później rozumiałem, że to też miało jakiś wpływ na działania państwa polskiego w sprawie Białorusi. Hej! O, no hej. No gorąco dzisiaj strasznie. Gorąco, no. Poczekaj. Może coś do picia możesz mi zaproponować? Tak, zaraz ci dam. Co byś chciał? Cześć. Идем. Идем просто. У меня к вам еще два вопроса. День, вечер. Кому как больше нравится. День. У нас же день. Да, Михаил. В пятницу состоялась встреча со следователем из ООН. Продлилась она около 4-5 часов. В очередной раз попросили рассказать про все эпизоды, которые происходили в 2020 году, предоставить документы, имеющиеся с подписями. И очень много было вопросов именно про угрозу сексуального насилия в отношении потерпевших, тех, кто там был. Zero criminal cases. Да. Zero criminal cases. Till today. К моему выходу на пенсию это дело будет расследованным и завершенным. В этом процессе нам помогают польские коллеги. Witam. Добрый день. Это Томаш. W tej chwili mamy złożone do Trybunału Karnego w Hadze jedno zawiadomienie dotyczące wszystkich czynów popełnionych przez Łukaszenkę i cały sztab administracji łukaszenkowskiej. No i mamy postępowania, które toczą się w Prokuraturze Krajowej w Warszawie. ABW ma to postępowanie co do zatrzymania m.in. Polaków w Mińsku zaraz bezpośrednio po wyborach. А вот есть начальник тюрьмы Окрестина. Окрестина сейчас самая известная тюрьма в Беларуси. Я, как адвокат, только опросил, наверное, 20 человек, которые говорили, меня били внутри Окрестина. За это отвечает начальник тюрьмы. Что же мешает сейчас сделать следующий шаг? Там, предъявить ему обвинение, там, wyzwać go na doпрос сюда. Nie ma możliwości prowadzenia w cywilizowanych krajach postępowania in absentia. I tutaj to jest największy problem, bo Białorusini nie chcą wydać sprawców, a najbardziej uciążliwym problemem jest to, żeby ich ściągnąć do Polski, na Litwę, do Czech, do Niemiec, do Hiszpanii, do Wielkiej Brytanii. Ale to się w końcu uda, bo wiele z tych osób gdzieś podróżuje i to w ramach chociażby tych podróży będzie można te osoby przesłuchiwać. Natomiast sam fakt posiadania danych osobowych to jeszcze jest za małe. To znaczy to, że my możemy wskazać konkretne osoby, to my musimy doprowadzić do tego, żeby się pojawiły czerwone noty Interpolu, a następnie, żeby te osoby zostały zatrzymane i doprowadzone przez sąd. No вот. Мне приходят люди с вопросами, а что еще нужно сделать? То есть, если там убита там 10 человек, там запытано 1000 человек, сколько нужно, чтобы этот шаг был сделан? No, w mojej ocenie to ważniejsza jest wola polityczna i przekonanie polityków do tego, żeby po pierwsze chcieli, żeby te postępowania były prowadzone i żeby sprawcy byli ukarani, a po drugie to jest zadanie wielkie dla Białorusinów, bo na pewno będzie można skazać i osądzić osoby odpowiedzialne za zbrodnie, gdy zmieni się władza na Białorusi. I tutaj, jeżeli Białorusini będą bierni, to te procesy mogą trwać dekadami. Jeżeli Białorusini będą aktywni, to ten proces można znacznie przyspieszyć. To tak jak po Norymberdze i po II wojnie światowej. Niektóre procesy były dopiero wszczynane po 50 czy po 60 latach i dopiero sprawcy byli sądzeni, a nawet po 70 latach. Пушистку не трогаем. Почему? Вещи все забрала, ничего не забыла? Нет, все забыла, ничего не забыла. Прощаться будешь? До видания. До видания. Ага. Хорошо. Что на завтрак? Надо завести маленькую расчесочку. Как это? Которую можно будет носить с собой и делать вот так вот хвостики, поправлять не пальцами, как я тебе сейчас поправляю. Ой, да ладно, не ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Куда? На руль садиться? А потом приедем к подъезду, и Рома что мне скажет? А я скажу, я не с руль, я папа. А можем здесь? Да, я про это и говорила. А как она так открывается? Не знаю, волшебство какое-то. Какое-то волшебство? Салют, а что за сумка? А, ты опять с сумкой. Как дела? Все, короче, разгоняйтесь, ищите своих. Что Тима тебе сказал? Ты, может, велик там припаркуй? Ага. Ну, окей. Находите своих. Как дела? Ну, все в порядке. Слава богу. Здесь поспокойней. Никаких там необычных событий, происшествий, звонков, писем? Ну, слава богу, пока ничего такого явного не происходит, ну, кроме того, что там друзей и знакомых цепляют там, в Беларуси. А здесь тьфу-тьфу-тьфу. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Ну, я сейчас еще параллельно ООН собирает информацию по жертвам пыток. Тоже подал свой кейс для того, чтобы это было задокументировано. Ну и есть надежда, что о нарушениях прав человека в Беларуси все-таки дополнительный... Моя крупинка станет дополнительной в этой горе. Все, что происходит внутри тюрьмы, за это отвечает начальник тюрьмы. И на этом основании мы просим вызвать этих людей и дать объяснение, что происходит у вас в тюрьме, если на вас есть... конкретно несколько человек, которые говорят, что их внутри пытали. Вы как минимум ничего не сделали, как минимум, да, максимум да. Это инспирировали, организовали. Угу. Ну, я так понимаю, что в нашем случае количество кейсов, то, что я не один подаюсь, а все-таки еще и дополнительно есть другие люди, которые идут. Это же должно на польскую сторону воздействовать как такой дополнительный стимул для того, чтобы это не игнорировать, ну, не спускать на тормозах. Польский юрист, реалист. Он говорит, у нас шанс 1 из 100, и тем не менее мы его должны использовать, потому что если мы его не используем, то это 0 из 100. 0, ну, а да. 1 из 100 больше, это больше. 0, да. Вот. Привлечь. И... Это пока что можешь брать, только не все, пожалуйста. Да, я понял, хорошо. Если нам сейчас кто-то скажет, что... Слушайте, ну вот в международном праве все классно, но чего-то не хватает. Или у вас там в доказательной базе все классно, но чего-то не хватает. Потому что, ну вот, есть две составляющие. Это фактические обстоятельства и юридическая база. Я считаю, что и то у нас... Ну, фактически человек вышел здоровым из дома, а вернулся через несколько дней с серьезными травмами и при этом не взаимодействовал практически ни с кем, кроме государственных чиновников. Если брать исторически такие примеры, то они заканчивались трибуналами. Это Югославия, это Руанда, это Нюрнберг, да. Просто нюанс в том, что Беларусь сейчас де-факто в состоянии немножко войны, да, там, как предоставившая свою территорию оккупации. Агрессору. Я называю это оккупацией. Оккупацией, да, оккупация как часть войны, да. И война еще не закончилась. И, как правило, эти трибуналы, они открывались после окончания военных действий для того, чтобы уже этих преступников, в том числе и военных, судить. Сейчас, пока военные действия не окончены, мы скорее бьем на упреждение, чтобы к моменту их окончания уже люди были в розыске. Да. Наконец-то! Число погибших измеряется в десятках. Число, которых людей прошло незаконное задержание, измеряется в десятках тысяч. Число уехавших вынужденно под давлением измеряется уже, я думаю, в сотнях тысяч. Число людей, которые сидят в тюрьме, сейчас измеряется в тысячах. То есть, соответственно, в тысячах измеряется число людей, которые прошли пытки и проходят пытки прямо сейчас. Пока мы это... обсуждаем, кого-то в Беларуси сейчас бьют, кому-то не дают есть, кому-то не дают спать. День добрый, шановное господарство. Я сегодня первый раз роблю промову на белорусской мове и вельми прошу меня подтримать. Я просто жадала б нагадаць, как мы вярнуліся у той стан, калі кожны адзін другому быў сябрам, калі мы адносіліся друг да друга з павагай. Я разумею, што шмат часу прайшло, вельмі цяжка жыць у іншай краіне, вельмі цяжка зноў будаваць свой быт са старта з нуля. Но гэта... не повинна ніяк уплывать на наши отношения один до другого. Коли ласка, давайте не будем забывать, якими мы были, и будем заставаться миновито такими, потому что вельми легко спуститься до ганьбы одно до другого, так, и вельми тяжко завсёды заставаться человеком. Так что живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Живе! Ты играешь каждую вот так, да? А ты играй вниз, вверх, вниз, вверх. Да? Вниз, вверх. Тогда быстрее будет. И не напрягай пальцы, мягкими пальцами. Нет, стоп, стоп. Я не могу. Стой, стой. Просто у тебя пальцы поменьше, чем у меня. Не, что ты стал делать? Да, давно не играл. такой милый получился. Милый розовый котяшка. Ну, а вы когда маме последний раз звонили-то вообще? Сегодня пока вы шли ко мне, я на скамейке был. Она мне позвонила. А, Лизка, ты когда? Уже не помнишь? Вчера. Ну, что там, как у них дела? Хорошо. Нехорошо. Понятно, хорошо. Вот и все. Хорошо. Да. Ну, так чем они там занимаются? Какие у них новости? Ну, конечно. Нет, ты мой. Спасибо. Я тебя никому не отдам. Никому тебя не отдам. Если только дедушке посмотреть, и все. Солнышко, на сегодняшний день я мечтаю только об одном, чтобы ты был рядом со мной. Zainteresowana całą tą sytuacją i tym cofnięciem mnie z lotniska już, żebym nie leciał, bo jest za duże ryzyko. Na tą chwilę mam odpowiedź z biura prokuratora w Hadze, że nie mają wystarczających dowodów na to, że te najwyższe władze dopuściły się tej zbrodni. Ja tam wskazałem właściwie wszystkich urzędników, których można było zidentyfikować, a którzy odpowiadali za prowadzenie tych działań. Natomiast Łukaszenko może odpowiadać za ludobójstwo jeszcze w Ukrainie. Wykorzystanie terytorium Białorusi, umożliwienie tego, współpraca, czy wręcz pomocnictwo w popełnieniu zbrodni ludobójstwa w Buczy, w Irpieniu, to także jest odpowiedzialność chociażby ta konwencyjna. Zdecydowaliśmy, że będziemy zbierać na dron DJI. Jest potrzebny bezpośrednio dla rozpoznania i korygowania ognia artylerii. Udało się sprzedać jakieś oddzielne jeszcze obrazy, więc myślę, że w ciągu najbliższych dni zamkniemy tą zbiórkę i kupimy tego właśnie drona, który będzie służył dobrze ukraińskim wojskom. W Ukrainie nie tak dawno погиб mój очень близкий товарищ. Я знаю его как очень хорошего, светлого человека. Буквально в первые дни, когда началась война, он принял решение, что он туда поедет, и отдал свою жизнь за то, чтобы освободить Беларусь через освобождение Украины. Этот автомобиль один из многих, который куплен на средства, собранные белорусами для помощи Украине. Перегоняю этот автомобиль и передаю его белорусам в Украине, которые используют эти машины для спасения жизни украинцев. Ja już teraz mogę w miarę stawać nawet na tym kolanie. Zaraz nie będziesz mógł mówić, się zasapisz. Я хочу иметь возможность бывать на могиле брата, на могиле моей матери. Я хочу иметь возможность бывать у себя дома. Меня зовут Михаил. Я все еще верю в правосудие. Najważniejsze to jest pamiętać o tym, że nikt, niezależnie od zajmowanego stanowiska, pozycji, władzy, nie jest bezkarny w rozumieniu prawa międzynarodowego. Nikt nie ma prawa dopuszczać się popełnienia zbrodni. W tym Aleksander Łukaszenko. Jako oskarżony w procesie, jeżeli dojdzie do tego procesu, musi liczyć się z tym, że odpowie za zamach lub powtarzające się zamachy na ludności cywilnej, w wyniku których dochodziło do tortur, pozbawiania życia, prześladowania, pozbawiania ludzi wolności. Ale to nie tylko jego odpowiedzialność jest istotna. To jest odpowiedzialność wszystkich tych, którzy tworzyli reżim łukaszenkowski. Wszystkich tych, którzy nie cofnęli się przed wykonaniem rozkazu. Którzy wręcz dopuszczali się zbrodni na ludności cywilnej, na opozycjonistach, tylko dlatego, żeby się przypodobać władzy. A władza temu przyklaskiwała. Za to wszystko te osoby powinny odpowiedzieć. I te osoby, które były najwyżej w całej tej hierarchii władzy, jak i te osoby, które znajdowały się najniżej, a które wykonywały polecenia, albo same prowokowały tego rodzaju sytuacje, jak chociażby tortury. Sąd i sędziowie, którzy będą sądzili sprawców tych wszystkich zbrodni. Będą w bardzo trudnej sytuacji. W trudnej sytuacji także moralnej. Dlatego, że ich wyrok będzie miał znaczenie dla całej społeczności międzynarodowej. Ten wyrok będzie miał znaczenie dla wskazania, czy można dopuszczać się zbrodni na oczach świata. Sąd musi osądzić wszystkie te osoby w sposób sprawiedliwy i uczciwy, z poszanowaniem praw osób oskarżonych. A oskarżeni mają prawo się bronić. Ale należy oceniać fakt, prawdę, i świadectwa tych wszystkich pokrzywdzonych, którzy wprost opisali krzywdę, jaka została im wyrządzona przez reżim łukaszenkowski. Po to, żeby pokazać całemu światu i wam wszystkim, że na świecie liczy się człowieczeństwo i liczy się coś więcej niż tylko pieniądze i władza. I że nawet ci, którzy uważają siebie za nienaruszalnych, za wręcz bogów, również oni odpowiedzą i również oni mogą być skazani na wieloletnie zakłady karne, na wieloletni pobyt w tych zakładach. Ale żadna kara, nawet najsurowsza kara nigdy nie zarekompensuje krzywdy, która została wyrządzona ofiarom i tym wszystkim pokrzywdzonym, którzy ucierpieli tylko i wyłącznie w związku z egoizmem władzy i zapędami tego reżimu. To tyle.